Ну и как вы уже, возможно, поняли из названия сегодняшнего влога, мы сейчас едем в Тулу, точнее, мы уже приехали в Тулу на производство микрофонов компании «Союз». Они, правда, находятся чуть-чуть южнее Тулы, в поселке Менделеевском. И знаете, что меня радует? Что это происходит именно у нас, что микрофоны, которые сейчас интересуют и используются по всему миру, производят в небольшом поселке в Тульской области. Немного ошиблись со зданием. Сегодня мы взяли с собой два девайса, чтобы, ну, Ира могла просто подснять. Потому что с одной руки не всегда удобно снимать разные прикольные моменты. Поэтому сейчас идем. У них тут новое здание. Привет. Защита от бухарей. Я на выставке, когда был на Music Messe в Москве, я подумал, что это просто стоит, ну, вот на палочке, ну просто экспонатный такой крутится. Так, ну спасибо тебе огромное за экскурсию. Спасибо, что приехал, да. Да что тут ехать-то? Короче, все приезжайте, всем будем рады, покажем экскурсию, проведем, накормим пряниками, угостим, все будет классно. Пряники? А вы уже отложили на стол? Пряники? Я уже убрала. Он, правда, безголовый пряник, ну ладно. Ладно, мы погнали. Все, ребята, пис. Будем рады вас видеть снова в любое время, по любым вопросам. Ну, мы погнали домой. Домой и давайте до завтра. А, нет, это еще мы не закончили. Мы вспомнили то, что хотели еще заехать к одному нашему знакомому. Может быть, кто-то даже из вас знает. Это наш кореш по миру World of Warcraft. Это ценитель алкоголя, а точнее пива. И он занимается пивоварней «Тульский пивовар». Вот, сейчас мы едем к нему. Господа, не один только вопрос. Почему у меня ощущение, что я попал в Питер? Прям реально тупый Питер. Такое ощущение, что мы сейчас на Московский вокзал едем. Вот прям вот меня это ощущение не отпускает. Вот прямо сейчас покажу. Вот прям Московский вокзал в Питере. Да, вот этот вот самый парень. Здорово. Чё, как она? Очень огонь. Показывай. Пойдем.
В общем, народ, кто вот все вот этой темой как бы интересуется, заходите вот к этим ребятам, ну, кто в Туле живет или кто мимо проезжает. Вот они вас с удовольствием встретят. Приезжайте в гости, у нас достаточно весело и интересно. Нам бы погнали домой, сейчас еще 2,5 или 3 часа гнать нам. Братан, ну ты серьезно, что ли?